Компания Marcus Power представила новые DC для образовательной серии CCR-050, предназначенные для применения в железнодорожных приложениях. Изделие имеет широкий диапазон входного напряжения от 23 до 110 вольт и обеспечивает выходную мощность до 50 Вт. Номинальное выходное напряжение составляет 24 вольта. Но по требованию заказчика компания может быть реализовано и другое значение выходного напряжения. При этом КПД составляет более 85% при выходном напряжении 72 вольта. Диапазон рабочих температур и улучшение параметров составляет от минус 40 до плюс 70 градусов Цельсия. Предусмотрена защита от входного напряжения обратной полярности, защита от короткого замыкания и бросков кустового тока. Возможно, реализация как на бескорпусном исполнении, так и в металлическом корпусе. Габаритные размеры бескорпусного варианта DC-3 создавателя составляют 105 на 100 на 35,5 мм.